Сегодня я записываю этот видеоотзыв и хотел бы в нем поделиться с вами своим мнением о такой компании, как Skyway Invest Group. Об этой компании я услышал где-то в конце 2014 года и подумал, что это очередной проект из той огромной массы, которыми кишит сегодня наше интернет-пространство, но не придал ему такого особого значения. У меня как раз был тот момент времени, когда два проекта, которыми я занимался, попросту соскамились, ну, закрылись. Потерял денег не очень много, но все-таки неприятно. Настроение на тот момент, сами понимаете, было не очень, поэтому я как бы не стал вдаваться в подробности. А так, сохранил ссылочку где-то в закладках, ну и забыл на определенное время. Тогда, полгода назад, я не вник и не разобрался. Понимаете, ведь мы с вами живем в такое время, когда наука и техника, ну не то что не стоит на месте, она летит вперед семимильными шагами. Я сейчас вспоминаю, что каких-то 10-15 лет назад я как и представить себе не мог, что с помощью такого маленького устройства, как смартфон, я могу общаться с людьми на расстоянии на десятки тысяч километров. И это сегодняшняя наша с вами реальность. Так почему же нам с вами не сделать аналогичный прорыв в транспортной сфере Skyway? Я способствую созданию транспорта будущего, если так хотите назвать, да даже не будущего, я бы сказал, сегодняшнего дня, нашего с вами завтра, наших с вами детей и внуков. Ведь именно о них, я так думаю, мы думаем в перспективе. Хватит смотреть фантастические фильмы, где люди передвигаются на различного рода изящных аппаратах и так далее. В детстве, смотря такие фильмы, я почему-то думал, на подсознательном уровне я знал, что это будет 100%. Но я почему-то думал, что наверняка этого я не застану. Но, как видно, я ошибался, потому что сегодня с технологией Skyway, и в частности с проектом Skyway Invest Group, это более чем возможно. Ведь это высокоскоростные междугородные перевозки со скоростью до 500 км в час. Городские перевозки пассажиров со скоростью до 100 км в час. И, конечно, любые грузовые перевозки из любых предприятий. Это более чем реально, потому что сейчас в Белоруссии, в Мариной Горке, кипит работа по строительству экотехнопарка, где будет производиться сертификация данной технологии. Именно оттуда потянутся километры струнных небесных дорог. После мы выйдем на мировые фондовые площадки. Почему китайский Alibaba на своем IPO за день смог привлечь 200 с лишним миллиардов долларов? И мы сможем, и больше сможем. Став участником проекта Skyway Invest Group, я помогаю не только себе, но и окружающим, потому что это экологично, безопасно, эффективно, доступно и комфортно, в конце концов. Уже сегодня проект Skyway Invest Group поддержали более 100 тысяч человек. Становясь инвестором, я получаю не только возможность, которая предоставляется раз в 50, а то и в 100 лет, стать акционером крупнейшего в мире бизнеса. Ну так, если для примера, акции компании, всем известной компании Apple, а точнее ее 10% пакет в 1976 году, ну уж не такое далекое прошлое это, да, стоил всего $800, то на сегодняшний день этот же пакет стоит порядка 55 миллиардов рублей. Вы вдумайтесь, представьте, если бы ваши близкие обладали всего 1% данных акций, то на сегодня ваш бы капитал составил 5,5 миллиардов долларов. А теперь задайте себе вопрос, хотели бы вы обладать хотя бы 1% данных акций? Я хотел. Так вот, обладая акциями компании Rail Skyway System, мы сможем обеспечить не только свое будущее, но и будущее наших детей и внуков. К тому же, инвестируя в компанию, мы автоматически инвестируем в себя, потому что вместе с акциями мы приобретаем обучающие программы, которые позволяют нам развиваться в инвестиционно-финансовом плане, тем самым повышая свою финансовую грамотность. Итак, если взвешивая все вышесказанное, я для себя сделал вывод. С такой технологией и возможностью, предоставленной мне именно сейчас, я пойду дальше. И по мере своих возможностей я впредь буду инвестировать в проект, а вплоть до его реализации. А что могу сказать будущим инвесторам? Делайте выводы,
Принимайте решение. Только долго не думайте, потому что время не ждет. И как говорил в свое время писатель Уильям Эллери Ченнинг, великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними. С вами был Сергей Григорьев, и я желаю вам всего хорошего.